Так, всем привет! Сегодня второй день, как находимся в поселке Перевоз. Сейчас утро, сейчас поехали покатаемся по деревне, посмотрим по достопримечательности. Вот. Приехал Макс. Макс покажет, отвезет куда надо. Вот, поехали. Вот, заметили, да, дороги все асфальтированные. Для поселка это вообще... Все, приехали в площадь Победы. Вот Денис показывает. Вот напротив церковь стоит, оказывается. Сейчас давайте снимем. Кто был на войне? Тымыров Прокопий Александрович, Хастаев Николай Максимович, да, это наши земляки, вот с этого поселка уехали на войну. Точнее, из поселка Уй-Жуя, но потом они к нам переехали. Все равно земляки, называем их. Так вот, церковь. Так, знакомьтесь, это Миша. Миша, помахай. Все, выходи, показывай. Пришли в парк культуры и досуга, Лукоморье называется. Ну, здесь ведутся концерты, какие-то мероприятия. Вот здесь. И как бы она, здесь и детишки играют. Ну, парк культуры и досуга. Получается. Че, Миша, здесь играете постоянно? Что бывает здесь? Концерты бывают? Да? Еще что бывает здесь? Игры? Часто приходишь здесь играть? А? Нет? Ну, приходишь здесь. Вот. Разные вот. Домик для птиц здесь есть. Заметили, все чисто, аккуратно. Вот улицу, если тоже взять, все чисто. Да. Что, сейчас куда идем, Денис? Клуб сейчас зайдем, да? Ага. Так, это администрация села стоит. А вот здесь музыкальная школа здесь. А это у вас клуб, да? Это клуб. А напротив клуба вот администрация стоит и музыкальная школа. Вот администрация Жуинского муниципального образования поселок Перевоз. Вот флаг стоит, российский флаг и герб поселка. Так, зашли в клуб. Так, это участники СВО. Здесь библиотека. Закрытость. Ну, сегодня воскресенье, поэтому еще не работает, наверное. Вот читательный зал у них. Тут есть сразу же Олимп, где спортом занимаются, спортзал. А, спортзал прямо здесь. Ну, это получается КСК, получается, да? Культурно-спортивный клуб. А, вот. Спортивный клуб у них есть. Это как тренажерка. Ух ты, здесь тренажерный зал. Смотрите. Мечта. Вот.
Красота. Вот. А ты здесь тоже занимаешься? Занимался. А, занимался? У них даже вот архив есть, оказывается. Пианино, актовый зал. А здесь тоже спортивные мероприятия. Здесь борьба. Чем занимаетесь здесь? Занимаются? Сеть вяжут. Вот. Вот такой тоже зальчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш клуб смотрим и удивляемся, как у вас здесь красиво, все есть чисто. Да, в таком поселке мы еще умудряемся так да. Сохранить. Вас как зовут? Меня Люда. Люда, Вячеслав, очень приятно. Mm-hmm. Вы директор клуба? Нет, здесь, я не директор. А вы кем работаете здесь? А я вижу, кружок веду. А, кружок ведете, да. Может, что-нибудь покажете, расскажете? Вот, пожалуйста. А, это вязальный, моя, да? Моя выставка, нет, он называется «Фантазия». Кружок «Фантазия». Давайте, ну, посмотрим. У меня как бы тут... Ух ты! Состояние такое... Рабочий момент. Ну, мы занимаемся такой вот рукоделием таким. Рукоделие. Ну, все стараюсь. А кто у вас занимается? Дети, да? Дети приходят. Дети. Это все дети. Вот то, что сделано, это дети сделали, да? Ну, вот эти. Некоторые дети, некоторые. Некоторые взрослые. Нет, потому что это как бы вот я делаю, показываю им. Они мастер-классы у нас проходят, на мастер-классах делают. И давно у вас кружок существует? С 2009 года. 2009 года, вам, да, солидно. Давно, да, уже? Давно, давно. А какие-нибудь выставки? Да, выставки и городские, и даже в Иркутск отправляли мы. Областные были. Областные. Выставки, да. Бодайбо, сколько в музей отправляли на выставки. А в воскресенье работаете, да, получается? Нет. А, вот здесь. Я сторожу еще здесь. Еще посмотрим. Пойдемте. Что-нибудь посмотрим. Танцевальный зал есть. У нас танцевальный зал есть. Ну просто у нас вчера был выпускной. Ага. Как бы. Сейчас я открою. Ага. Ух ты! У вас это комната отдыха, да? Или как? Ну, да. Да. Не убивайся ночью на своей работе. А, музыкальная студия «Аккорд». Ну, раньше тут тоже как бы это вот. Но сейчас у нас и музыкальная студия, и костюмерка у нас. Костюмерка, да? Ну. Раньше у нас был ансамбль. Угу. Играли у нас парни. Живая музыка была, инструменты вот стоят. А потом поразъехались все. И играть сейчас некому. Играть некому? Да. Ну, это везде так получается. Да? Mm-hmm. Ну, учитель музыки, вот такое все есть. Там музыкальная школа, я видел у вас там. Ну, музыкальная школа уже давно закрыта. А, не работает, да? Ну, здесь танцевальные кружки, да, получается. Вот их костюмы, получается. Вот, смотрите, сколько костюмов здесь. Танцевальный класс. Вот танцевальный класс. Ну, я говорю, у вас тут просто вчера выпускной был. Угу. И это, а так он танцевальный класс. Угу. Тут еще тренажер у нас. Женщины, девушки приходят, занимаются. А, это как фитнес, да, получается? Да, фитнес. Фитнес и это, танцевальный класс. А выходили уже туда, да? Смотрели там. И бильярд сейчас открою. Ага. А вот театральный кружок. Кружок «Фантазия», вот Людмила. Да. Здесь.
это актеры. Вот. Их грамоты, благодарственные письма, дипломы. Мандал артиллярный. Ага. Секси даже бильярд есть, да, у вас? Да. Секси бильярд. Проходите. И теннисный стол. Да. Все есть. Все есть. Чтоб радоваться жизни. Ну, в поселке, ну, уровень, я так думаю, ну, вообще. Да. И бильярд, и студия, и тренажерный зал, и фитнес. Ну, да, все есть. Все есть. Ходи, у вас. Занимайся. Есть куда себя деть. И вот у нас еще тут кукольный кружок Буратино. А, кукольный кружок Буратино. Да, вот тут у нас кукольный. Вот и Маша, Чебурашка, да, крокодил много. Гена. Сами шьем куклы у нас. А сами шьете, да? Да, руководитель занимается. А можете показать вот самодельный, который? Самодельный, я тут готовы. Сейчас, где у нее они? Тихние домики. Вот, смотрите, на берегу реки стоит. Вот. И вот эта гора, как красиво. Не знаю, я тут как у нее. Вот, все национальные все здесь стоят. Да, это у нас вот... Мы как-то делали на 1 июня, День защиты детей. Ребятишки сами делали, да. Объединяли. Классно. Не знаю даже где. А, ну ничего там. Ну очень классно. Что-то у нас. Да. Самодельные шьем. Это у нас Масленко же. Любовь Михайловна. А, Любовь Михайловна. Да. Да. Мы к ней на обед идем как раз. Ну хорошо. Да. Ну. Ну, мне первое впечатление вообще топ уровень у вас. Красота. Да. Библиотека не открывается? Нет, на ключе нету. Библиотека у нас еще есть. А это что такое? А, это зал вот. А, ну, тоже тут. Можете так сильно тут не снимать. Угу. Как бы это, сейчас я включу. Это у нас вчера, говорю, выпускной был. А, выпускной. Да. Здесь у нас проходят все мероприятия. И концерт, и это. Концерт, и все. Вот дискотеки. Дискотека, а, вот здесь идет, да? Да, в зал дискотеки у нас. Угу. В парк-то ходили? Да, в парк ходили. Угу. Светомузыка. Светомузыка у нас, ну, как бы так, все нормально. Да. Ну, для поселка это вообще уровень. Угу. А это выпускники. Это, да, это выпускные классы. Ну, исторические, ну, фотографии, да, можно, да, сказать, да? Это очень, даже очень написано, какие даты. Ладно, Людмила, спасибо за экскурсию. Ну так, побывали в культурно-спортивный комплекс, можно так сказать, наверное. Ну, первое впечатление, здесь вообще уровень. Все есть для жизни, для поселкового. Ну, сами видели по камеру. Ну, уровень. Вот так, топ. Компания «Параллель Групп». Объекта Алтынава Станицы Улықта, Бүйінгіл Ағабиета, фундамент құдылында.
Круз. Вон она стала на мостах. Капитан Сардах была. Кухня-гостиная, спальня, санузел. Буманных день в целом беги. Бири гигер, потом берет клинет. Эшкотин гидет, вот была на буплохотна, бега коленка сюда сегодня. Пардон, что меня навала берег пит. Биовщик тут была на Жарницку 29.2. Здание гостиницы Созвездия, офис 111. Получается угольный накопитель, да? Угольный склад, да. Накопитель получается по-простому, да? Вот здесь. А уголь откуда возят? Из Бодайбо. Из Бодайбо возят, да. Ну, поэтому по дороге, да? А, зимой, зимой только возят, да? Ну, зимой, летом тоже возят, на той стороне выгружают. А, на той стороне? Да. Ну, здание. А, вот вертолетная площадка, да, получается. Здесь вертолет. Это раньше аэропорт был, да, получается? Да. Вот их аэропорт. И сейчас она стала дорогой, да, получается? Получается, да. Так, около больницы пройдем, около школы. Ну, аэропорт заброшенный, сейчас уже самолеты не летают. Вот вертолетная площадка. Приехали к стадиону. Че, чем здесь занимается? Футбол, волейбол. В основном футбол. По вечерам тут бегают, играют. Народу много приходит. Народу много приходит, да? Да, занимаются. Вот футбольное поле, асфальтированное. Это и беговая, да? И беговая. По кругу бегают. По кругу. И на велосипеде можно кататься, вот асфальтированное. А здесь можно уже отдыхать. Отдыхают. Ставят большие колонки, привозят. Привозят, да? Ну, молодежь здесь занимается, да, вас? Молодежь и старатели, да? Ну, и то и старатели в основном тоже много ходит. Ну, футбол у вас, ну, хорошо играет, да, постоянно? Каждый вечер. Каждый вечер, да? Вот там турники стоят. Баскетбольная вот тоже корзина стоит. Вот. Везде сосны, красота. Чего не заниматься. Вот смотрите, подснежники здесь, да, вот фиолетовые. А в Якутии они желтые, а здесь уже фиолетовые. Видите, вот, заметите, да? Ну, здесь вот скамейка, здесь можно сидеть, любоваться в реку. Вот ровная переправа, и там тоже вот. И вот к въезду и в деревню, да, вот вывеска стоит. Перевоз. Вот. Въезду, ну это Стелла, перевоз. Так, общественная организация внедорожник. Автопропульсионный Патомского кратера. Город Мирный, поселок Перевоз, 18-й год. Автоклуб Медведь здесь автопробег сделал, оказывается. И здесь вывеску свою поставили. Вот. Деревня в ту сторону. А здесь уже въезд к деревне. Там уже паромная переправа. Приехали на паромную переправу. Вот. Паром переправляется. Сейчас ребята откачают воду.
моторных лодках. Вот наши две лодки стоят. А, это Федяная лодка стоит. Кстати, Федя на пароме работает, он переправился. Это Федя, да, переправился? Смотрите, у них даже Сбербанк есть. Смотрите, вот. Сбербанк. А? Не, закрыто. И здесь теплоснабжение, поселка Перевоз. Ну, и здесь оплачивают, наверное. Здесь Сбербанк. Выходные понедельник, четверг, суббота, воскресенье. Вторник, среда, пятница вот работает. Так, пришли к территорию детского сада. Вот. Вот такой большой детсад. А там вот слева какая здание? А там что-то столовая. А, столовая. Ну, сегодня воскресенье, поэтому не работает. Ну здесь и взрослые, и начальные группы, по-моему, да? Вообще ручная. Вот, смотрите, на берегу реки, вот. Вот, Денис, расскажи, вот ты мне вот рассказывал, что в этих горах водятся и зубры, и кабарги. Коза. Коза называете, да? Косули. Косули называете? Почти каждый день вылазят. Вот, вот эти две пипетки, там солонцы где-то, постоянно там лазят. Лазят, да? И вот мне рассказывали, что в день по 32 штуки там ходят спокойно, да? Нет. Нет? Сейчас так не ходят. Ну, раньше так ходили, или как? Вот, мне местные так сказали, что у этих очень много. По 7, поскольку бывает какое, да, каждый день, день через день, постоянно лазят. Постоянно лазят. А изюбры тоже, да? Да, бывает. Изюбры. И вот достопримечательность, да, как этот, как... Ну, никто не охотится. Никто не охотится. На них, как местные. Ну, не разрешается же. Ну, довольно. Ну, если получится, мы этот коптер туда пустим. Может, и посмотрим. А какое время они там уходят? Бывает и днем, так обычно утром. Утром, рано, да? Отвороди. А? Что-то ходит, да? Ходит, ты козел. Ах ты! Давид дрон! А, Давид уже полуслово. Пахана. А, вот. Словом ходит, косуля ходит. Косуля ходит. Наверху. Ну, сейчас дрон пустим, посмотрим. Только что увидели косуль, либо изюбр там наверху лазает. А сейчас спокойно. Здравствуйте, тетя Люда. А сейчас мы там косу увидели. И сейчас мы там дрон туда отправим и снимем, посмотрим. Он там видели только что ходила. Так, ну сейчас... Сейчас туда эту птичку отправим и полетит туда.
Ногами тоже держись. Ногами так. Держись вот тут, ближе. Садись, двигайся сюда, ближе. О, не бойся. Ай. Не бойся, не бойся. Можно я слегка? Сиди. Сиди. Кавалерия, скажи. Кавалерист. Кавалерист. Ну, пойдем. Сиди, ай, сиди, не падай. Ай, я боюсь. Кого боишься-то, я ж держу. Так, так, стою на реке Жуя. Сейчас очень интересный момент. Вот, видите, да, вот река Жуя вот идет, да? А там речка Хомолкал, это горная речка, да? И вот, вот напротив, да, получается, там вот пару домов стоят. А там раньше вот поселок был там, получается. Настоящий перевоз он там был. Потом уже на этот берег перевели. Когда начали золото здесь находить. И, короче, здесь перевелось. А так настоящие, вот местные говорят, настоящий перевоз вон там стоит. Там пару домов уже стоят. На речке Хомолко стояла. В реку Жуя. Так. Ну, 200-й крузак стоит. Мы приехали в Сарданово, в комплекс. Вот, сейчас опять у нас пригласили на обед. Сейчас вот местные караси очищенные. Вот, их сейчас будем кушать. Вот, картошку. Уха будет, да? Ну, да. Уха будет, да? А вот там типа... И настоящий чай на самоваре. Вот идет у него труба. Да, вот труба. А наггетсы что у тебя? Они там каким объемом продаются? Сейчас у нас там опять... Видео снимают вообще-то. Орется. Можешь килограммчик оставить, но оставить да. Его себя. Может, тебе приедем. В гости кормит-то кормится со вчерашнего пожарить. Дня. Это что, суп, да? Да, лапша. С лапшой. Суп лапшой. А, ну тогда ладно. Алло. Тогда, да. Ага, ага, ну все, да. Да, конечно, там же, ага. Это с домашней давай. Лапшой, да? Давай, говорим. Ага. Ага. Марина. Че? Марина. Что там продают? Там дофига есть. Мы уже услышали все, что там продают. Короче, более индейки идет 11,5 килограмм коробка, я ее все забрала. Потом... Илья, кстати, карасей приготовит. Ты давай картошку чисти. Нож надо. Дай-ка нож. Не знаю, посмотрим. Так, пока уха готовится, у нас перекус идет. Вот, смотрите, лепешка. Якутская, эвенкийская лепешка, да? Илья сейчас напомнит духа огня. С пожеланиями. Креветки, голени индейки заказала. Тебе стейки форели. Ты на меня сделала? Да, вот мы с тобой, значит, да. Стейки форели с тобой. Короче, она тоже идет по 5 килограмм. Короче, так, у нас начинается обед. Тоня. Со вчерашнего дня кормит-то кормит. Так и должно быть. Так. Второй день. Отдыхаем. Встречи идут. Вот. Я вчера шла на выпускной. Якутско-эвенский суп с домашней лапшой. Я вчера шла на выпускную и видела мужчину. Шедших очень много. А, это мы были же. В одинаковой одежде? Да. Так, сейчас я познакомлю Ирину Евгеньевну, местный учитель начальных классов и местный краевед. Вот она вам расскажет историю перевоза. Давайте, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, о перевозе можно говорить много и интересно, потому что я являюсь коренной жительницей перевоза. И живу я с рождения здесь, и очень люблю свой поселок.
И пройдя столько лет и прожив здесь, я имею возможность сравнивать. И тем не менее мы гордимся. Чем? Например, мы гордимся своим поселком, его красотой, его людьми, которые здесь очень трудолюбивые, отзывчивые, прекрасные люди. Чтобы рассказать немножко о поселке, можно просто послушать стихотворение Ольги Игнатьевой, нашей землячки, в котором очень много интересных сведений о поселке. Среди рек, среди гор кочевой жил народ. Так в тайге проживали тунгусы, и олени и упряжки несли их вперед. Здесь однажды им встретились русы. Значит, мы делаем вывод, что тунгусы были первыми, которые на этой территории обустроились. В край таежный, глухой, воевода пришел и привел казаков за собою. С Акуловским Корнилов здесь россыпь нашел и построили прииск над рекою. Вот вам история, лучше не сказать. Ну а в дальней тайге рассыпей тех не счесть. Малый патом, жуя, барракун у нас есть, бульбухта и кизин, и большой харлухтах, и всейка, и норыч, и балаганах. И со всех уголков люди в край наш пришли, добывали металл для великой страны. Кто киркой, кто лопатой, кто тачку катал и судьбу горняка на себе испытал. Наш характер крепчал от морозов и вьюг. Было легче, надежней, коль рядом был друг. И неважно, якут был твой друг или узбек, нас невзгоды сплотили на тысячи лет. В нашей дальней тайге богатств не счесть. И пушнина, и рыба, и золото есть. Нам бы край свой родной поберечь, сохранить, чтобы дети и внуки могли вольно жить. Пусть саранки растут на полянах лесных, ветер вольный гуляет на сопках крутых, пусть туристы на Патомский кратер идут, академики пусть разгадку найдут. Край любимый родной, где бы я ни была, краше лучше тебя в мире не смогла найти. Пусть стоит перевоз на крутом берегу, но я его и в сердце своем навсегда сберегу. Лучше просто не сказать. Да, Ольга Игнатьева. Ольга Игнатьева, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Да, она проживает в Санкт-Петербурге и приезжает очень часто сюда на могилы своих родителей, братьев. Она является геологом по профессии. И в нашем еще поэтическом альбоме есть много стихотворений о перевозе и Ольги Игнатьевой. И вот у нас здесь жили такие семьи, как Харитоновы, Хастаевы, Тымыровы. Поэтому, когда Николай Харитонов, достаточно образованный, такой прекрасный, красивый парень, когда прочитал стихи Ольги Игнатьевой о перевозе, он сказал: «В стихах Ольги Игнатьевой слышен шепот жизни». И поэтому ребята 5 класса и я вместе с ними, мы собирали много сведений о перевозе. Конечно, сейчас населения очень осталось немного. У нас 3 улицы, 2 переулка, но мы их любим, лелеем и бережем.
мы радуемся всему, что у нас есть. Например, у нас центр Сардана. Центр Сардана и этнический центр у нас есть Тайга. Вы знаете, это те, во-первых, люди, Маслянка Любовь Михайловна, Курчатова Матрёна Николаевна, Нилова Лариса Егоровна, и их дети, и их внуки, они свято берегут эти все традиции, хранят их. И мы вместе с ними часто встречаемся, пополняем друг друга сведениями. Спасибо всем. Вот несколько альбомов про перевоз. Вот так он расположен. Видите, как подкова. Река Жуя омывает поселок наш. Сведения много. Да, сведения исторические. Да. А вот эти сведения почему в интернет не вылаживаете? В интернет. Вот, например, сколько было председателей поселкового сельского совета. Вот, смотрите. Посмотрите, вот, с 1925 года по 2025. Вот они все. Да. Эти знаменитые люди, которые для поселка сделали немало. Прекрасных людей. У нас очень много. У нас про реку Жую. Вот, пожалуйста, сведения. Какое у нее скорость течения? Какой она продолжительности, наша река? Полностью вот все в этих книгах. О реке Жуя. Все в этих альбомах. Вот. Да. Вот альбом, который имеет на обложке наш, Никольский наш, да, вот храм наш. Его инициатором, его строительства был Шиц Леонид Савельевич. Он вложил достаточно средств для того, чтобы у нас был он построен. И здесь очень интересные сведения, когда открылся этот храм. И наши перевозовцы его посещают. Здесь есть история пожарной части. Мой отец, вот он стоит со шлангом, да, Пятков Евгений Павлович, он работал в пожарной части. И вот пожарная часть, которая образовалась давным-давно, огромное количество лет. Вот, пожалуйста, его работа. И по сей день, и да? По сей день наша МЧС нас спасает от пожаров, бережет, учения проводят, непременно ходят к ребятишкам в школу, в садик, рассказывают, как нужно беречь все, что у нас есть. И это Кочетов, Владимир Владимирович Кочетов, который является начальником нашего местного МЧС. Мы это все очень любим, собираем, много отзывов. И очень интересное. Эти альбомы краеведческие пользуются большим успехом у населения поселка. Они у нас просят, чтобы их посмотреть, почитать. Они нам советуют, что добавить. И мы добавляем. Например, мало материала о драгах и о дражниках. Все-таки это золотодобывающий прииск. И мы начали собирать поактивнее. Понятно. Мы рады. Еще пополнять, еще... Альбомами, да? А здесь о школе и учениках, да? Да. О, здесь... Да, вот сколько учителей работало в нашей перевозовской школе. Замечательных учителей. Кто уехал, кто ушел в мир иной. Но вот есть у нас Ольга Михайловна Осипова по фамилии девичьей Герасимова. Она с Мачи, оттуда. И она к нам... это Якутия же, Алюпинский район. Да, Якутия, да. Она приехала на перевоз и здесь работает 55 лет. Ух ты! 55 лет. О ней вот создана очень интересная о ее истории. Вот школе исполнялось 90 лет нашей школе. Вот она, Ольга Краса. Русая коса. А, вот она, да? Она, да. Наша это... землячка получилась. Она землячка. Ее не отпускали. Она старалась. Она очень замечательная рыбачка. Она закаленная, прекрасная женщина. Ее весь поселок уважает. И когда ее не отпускал, дочь Оленьку, она, что вы думаете, села на коня? Угу.
и примчалась на перевоз. Вы можете себе представить? Вот она у нас такая. Много у нас замечательных учителей. Да. Вот все. Коротко и ясно. Спасибо, да? Вам. Угу. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Опять приступили к еде. Приготовилась уха. Вот, смотрите, карась. Я думал, этот местный, представляете, это якутский карась. Представляете, в Иркутскую область приехал и догнал, да? Да, и догнал карася хабяйского в Иркутске. А как привезли-то карась? Как? К нам приезжают гости с Якутии, с Якутска. С Якутска? Привозят, да. И вот привезли вот карась. Хабяйский карась. Да, карась кабяйский догнал меня в Иркутской области, представляете? Сейчас будем якутский карась кабяйский кушать здесь. Чаепитие до сих пор продолжается. Сейчас вот на самоваре домашний чай вот, готовит. Вот. Не надо. Вот чай. Настоящий. Уху уже попили, сейчас будем чай пить. Я уже опять в гостях, опять за столом. Приехал нашим хорошим знакомым, интернациональная семья. Дядя Юра, дядя, тетя Люба. Тетя вот. Люба училась с отцом. Вот дядя Юра, привет. Вот тетя Люба. Ага. Вот. О, привет. Домашний квас. Фирменный. Фирменный, да, перевозовский фирменный квас. Сейчас я иду, значит, в баньку попариться. Завтра уезжаем. Вот, заехали в гости. Сейчас нормально уже помоемся. Помоюсь, можно сказать. Давид уже не хочет. Все, идем в баньку. Тут у Валейка еще при баньке не сделал. Ну, тут надо сделать этот дровяник. Ух ты! Так, вот это сразу, тут этот, вот это можно было на ногами, а тут тапки, вот они. Угу. Они, так, вот. Так, сразу покажу, где что, кого. Тут холодная, вот горячая. Так, горячая вот, да? Ага. Вот холодная. Холодная. Вот ТЗ, ведро, ковшик. Ага. Ну вот. Опа, парилка. Камера потевает. Каменька, да. Каменька там, все. Берешь, да. Вон ковшик под горячую, ну, подкидывать. Ага, все, понял. Ну, разберемся. Это, вот тут веник запаришь вот в этой тазу. Ага. Ну, знаешь же? Как... Да, да, конечно. Так, вот веник сейчас. Вот тут выбирайте, смотрите, короче, вот. Вешай тут шапочка, если что. Вон, под задницу, чтобы не жгло на полок. А, все, понял. Ну, разберешься. Да, разберусь. Ну, спасибо. Давай. Удачного помывки. Ага, спасибо. Шапка будет, дверь открывай, не бойся. Да, конечно. Так, сейчас нормально уже попаримся. Вот жара. Ну, в гостях я у дяди Юры и тети Любы. Вот она вот интернациональная семья. Несколько детей, они уже больше, сколько, 35 лет вместе живут, вот я у них в гостях. Тетя Люба, это наша землячка, можно сказать, да? Корни идут от поселка Усть-Жуя, вот. Вот к ним вот гости приехали с Давидом. Ну, поговорили, еще поговорим после бани, ну, примерно так. Все, попарился полный. Опять кушаем. Еще кушаем. Да, дядя Юра, тетя. Вот смотрите, а какой харис. Вкусный. Запах не передается, да? Лопаш. Да, вот. Соленый харис. Пойманный в речке. Ничора. Ничора называется речка, да? А далеко отсюда, да? Так, ну, до устья его 80 километров. Оттуда вот сами ловили, сами солили. Да, да. Вот харю сейчас будем кушать. Приятного аппетита мне и вам.
остались у дяди Юры и тети Любы ночевать. Сегодня здесь будем ночевать, а завтра уже уезжаем. Вот Давид здесь спит, я здесь буду спать. Вот так. Ну все, всем спокойной ночи. Переночевали, сейчас едем домой. Ну домой, и сегодня уже поедем обратно к себе. Вот. Дядя Юра сейчас подбросит нас до ребят. И уже соберемся, и уже сегодня поедем. Все, мы уже готовы, собрались. Сейчас уже едем. Вот приехали. Приехали вот провожать нас. Вот. Дядя Юра, помашите. Так, все, вот. Уже собираемся ехать, уже. Сейчас уже поедем. Люди приехали провожать нас. Так, и самое главное, я вот забыл сказать, да, ну, говорил заранее. Вот тут два члена экипажа наших здесь остается. Один здесь, Илья, девушку встретил, и он здесь остается. Ну, это вообще, мы сами удивились. И потом сегодня утром Влад, наш гитарист, который тоже здесь остается. Вот, Илья здесь остается. Он уже здесь хочет свои корни здесь оставить, поэтому он здесь остается. А так у него матери корни-то здесь? Да, отсюда, поэтому вот Илья встретил девушку и здесь хочет обустроиться и вот остается. А Влад где у нас? Влад-то куда бежал? А, Влад, вот, помаши, Влад. Влад тоже остается. Вот. Ну, ребята, на вашу ответственность оставляем. Если что, бейте их. Да, в надежных руках остаются ребята. С ноги, да? А мы уже обратно пятером уже поедем на двух лодках. Приехали. Да, как говорится, налегке мы приедем. А то как-то загруженно приехали. Сейчас ребята остаются. Вот пятером сейчас обратно уже в Якутию уезжаем. Так. Так, и планы такие пришли, что мы в феврале месяце уже на машинах хотим приехать сюда, поселок Перевоз. Уже на машинах круг сделать, через Ботойбо хотим приехать. И вот посмотрим, ребят, как живут ребята. Посмотрим. Через что... месяц они остались. Ну, посмотрим. Поэтому в феврале мы уже приедем, посмотрим. Вот. А, Илья уже квартиру нашел же, кстати. Илья уже квартиру нашел. Все, он трехкомнатная, трехкомнатная. А, да, трехкомнатная благоустроенная квартира, он там уже остается. И дай бог, что с ребятами все будет нормально. И мы вот в феврале приедем и фильм снимем. Отца ждем в гости родителей. А, родителей. Ну, в любом случае. Да, свадьбу сыграем в Перевозе, Иркутская область, и в Якутии будем. Вот. У Руслан-то вообще в шоке, да, от ребят? Вообще. Он от себя даже в шоке. Ай! Все. Все, мы уезжаем. Счастливо. Спасибо всем за гостеприимство. Илья, Влад. Местные пацаны. Нормально ходите? Уже местные. А мы уже сели на лодках. Сейчас уже едем. Уйгула не забывает наш флаг. Сейчас уже поедем. Все, уезжаем. Все, поехали. Едем обратно, вот, закончился бензин у Руслана, сейчас
да, заправка. Так, заметили, да, река Жуя не слишком широкая, она уже, намного уже, два раза уже, чем наша река Чара. Перекатов очень много, но очень опасно. Раз-раз левые движения, и редуктор можно потерять. Потому что мы когда ехали, да, мы на карте геотрекал там дорогу свою проложили, сохранили, ну, запись сделали, вот, по туда едем. Сейчас я не могу посмотреть, глаза не видят, сами знаете, наверное, да. Вот, поэтому посадил за руль Давида. Давид сейчас по этой карте едет. Ну, очень опасно, потому что везде, вот, если вот так даже посмотреть, да, река не глубокая, надо зигзагами. Бывает, что резкие зигзаги. Одно личное движение на метр отъехал, уже все, редуктор можно потерять. У нас еще двухтактные, они еще как крепкие, да. Вот. У Руслана поломка была, гидравлика у него сломалась, он как раз здесь удар был, у него гидравлика не работает. Мотор четырехтактный, 50, да, Сузуки. И он может, если раз-раз, вот он уже все, редуктор уже потеряет. Поэтому он едет сзади нас. Кстати, вот Федя все-таки подарил нам винт, который вот показывали, да. На этом винте мы вообще там оттуда едем, ну, по течению едем, да. 56-58 километров в час лодка вообще летит. Вообще, ну, там шаг винта на 13 стоит, да, это еще не скоростной, средний такой, да. А лопастя большие. У нас на 13 есть, но лопасти маленькие, там какие-то шаги, да. Ну, этот винт выручил, мы вообще летим сейчас. Да, поэтому дело было в винте. На этом мы когда ехали, то очень медленно ехали. 37-38 загруженным, ну, максимальное там 40 можно было разгоняться. Как этот винт поставили, ну, лодка вообще себя чувствует отлично, вообще едет. Да, и расходы, бензина, расходов очень много было. Сейчас уже посмотрим, сколько расходов. Ну, 100% меньше будет. Да, мы бензин взяли еще. 45 литров. Еще вот 60 есть. А? Ага. Вот карта. На этой карте едем. Тогда заправляется. О, 56 километров в час. Всем привет. Экспедиция у нас позади, проехали 680 километров туда и обратно. Один конец был 340 километров, проехали за 3 дня, ну, доехали за 3 дня, а на обратном пути уже 2 дня ушло, да. Так, сожгли бензина на моем двухтактном моторе, это 300 литров туда и обратно, а на четырехтактном 200 литров. Вот. Так, и хотел бы передать всем привет, всем жителям села Перевоз. Всех перечислять не буду. Огромное спасибо всем жителям села Перевоз за ваше гостеприимство, за ваши отношения. Вы очень хорошие люди, соседи наши. Мы будем чаще к вам приезжать. Очень понравилось ваше село. И цены у вас хорошие. Ну, там уже на видео уже посмотрели, наверное, посмотрите. Ну, все отлично. И давайте вкратце, времени не занимать, хотел бы поговорить о спонсорах. Наш генеральный спонсор, первый наш генеральный спонсор, это строительная компания «Параллель Групп», находится в городе Якутске. Они строят дома, гаражи, котельные, сэндвич-панели, ну, очень много. Ссылка внизу в описании, можете зайти их на сайт, цену узнать. И вот руководством с параллель группы я разговаривал, да, они именно вам сделают скидку от 5 до 10%. Представляете, такую скидку они сделают на именно на строительные услуги. Вы им звоните и говорите от YouTube канала «Счастливые венки» по промокоду, да, и они вам сделают скидку.
Так, второе у нас строительная компания «Сахастрой Престиж». Я с ними тоже переговорил. Они занимаются строительством частных домов, ну, а также продажей пиломатериалов. Так, вот им тоже можете позвонить. Они вам скидку сделают до 5%. Так, третье у нас идет «Эгопласт». Изготовление пластиковых лодок, которую я на этой лодке, которой съездил. Лодка себя показала очень с хорошей стороны. Ну, там отдельный обзор будет уже, посмотрите, да? У руководства «Эгопласта» разговаривал, да, при заказе лодки вам подарок будет, ну, рундук, сиденье рундук, подарок будет идти, да? Вот, тоже промокоду «Счастливые венки» вам тоже в подарок при заказе лодки будет у вас рундук. Так, цена той лодки, да, вот пластиковой, да, 305 тысяч стало. Потому что я когда покупал, у меня обошлось 280 тысяч, а сейчас вот материал уже подорожали, сырье, поэтому вот цена 305 тысяч. Но я думаю, это нормальная цена, потому что сейчас купить волжанку, ту же волжанку, они вообще там 850 что ли стоят, но очень дорого. Лучше купить у наших местных ребят, парней, которые вот эти лодки, которые изготавливают, вообще отлично. И самое главное, хотел, я корпус сам, лодку на учет поставил. И вот на эту лодку можно поставить мотор 40-ку, либо 50-ку, да? Вот, они на учет ставятся. Я свою поставил 40-ку, но вы можете еще 50-ку там поставить. Ямаха 50, Меркурий 50, Тахацу 50. Ну, это уже идет... Ну, все нормально, да? И хотел бы еще сказать, магазин спорттовары и товары для охоты. Это магазин «Берген». Тоже ссылка будет внизу в описании, где она находится. Там внизу есть. Хотел бы передать им огромное спасибо. Так, второй у нас идет интернет-магазин «Т». Они продают, значит, дроны продают, экшн-камеры продают. Ну, тоже очень много чего продают. Товары для охоты. И, ну, тоже ссылка внизу, посмотрите, да. Потом у нас идет магазин охотника. Это город Алекминск. Вот. Он-то тоже там внизу будет, ихняя ссылка в описании. Хотел бы передать огромное спасибо Павлову Андрею Геннадьевичу за ваше спонсорство. Так, и потом у нас идет автосервис «Сахасервис». Это автосервис, который занимается... они даже делают вездеходы, да, делают ходовую часть, ремонт двигателя. Но очень много чего они делают. Ссылка тоже будет в описании. Спасибо ребятам тоже передаю. Так, ну, примерно вот так. Всех своих спонсоров мы благодарим. Без вас мы не уехали бы, да? Поэтому вот не поехали бы на эту экспедицию. Это у нас пробная экспедиция. Мы на моторных лодках туда съездили, да? Ну, огромное всем спасибо. Вы молодцы. Вообще, без вас мы не поехали бы, да? И кстати, да, и вот вторая серия про поездку, и я вот снимал именно видеосюжет про заброшенный поселок Ужуя. Вот этот видео уже посмотрели, и мне вот вышла одна женщина, да, вот ёшная мать, оказывается, оттуда, из Ужуи, ей 80 лет, мы обменялись контактами. Я позвонил этой бабушке, да, вот, они мне видео даже прислали, это я видео уже выложу, там посмотрите, они сперва мне видео прислали, оказывается, эта бабушка из Ужуи, да, вот, она оттуда, и я вот хочу, она, кстати, в Якутске живет, именно хочу поехать в Якутск и посмотреть, познакомиться и взять у нее интервью, да. И самое главное, да, она там жила, у нее мать там, ну, у Жуе, там в заброшенном поселке, мать там похоронена, да, бабушка 80 лет, и она, ну, рассказала там,
она про видео посмотрела, она говорит, все вспомнила, вот эти вот, ну, она все кратко там рассказывает, что как, да, ну, она ребенком была, 4-5 лет, говорит, ну, она уже помнит, она даже в село Перевоз она жила, да, поэтому я как в Якус поеду, и я хочу встретиться с этой бабушкой, да, и у меня такая идея, ну, такая идея пришла в голову, хочу ей предложить поехать у Жую, где она родилась, да, где жила, да, на могилу своей матери, потом до села Перевоз мы хотим поехать, она там в интернате жила, да, потом они жили Хомолко, я хочу такую экскурсию сделать, да, может, это безумие какое, ну, бабушка в возрасте, да, я хочу найти врача, чтобы сопровождение было, да. Если, конечно, спонсоры найдутся, я такую затею хочу, да. Ну, я думаю, она согласится. Я ей хочу и предложить и поехать на родину и посмотреть, да. Ну, примерно так. Ну, я как этот видео сниму, ну, выложу обязательно. Ну, все. Так, всем огромное спасибо. Ставьте лайки, обязательно подпишитесь. Всем пока.